И всем привет, с вами я, Лори, и сегодня у нас такая рубрика, я буду говорить историю данного персонажа. Это будет Поко. Надеюсь, вам понравится, и слушайте. В одном маленьком селе был мальчик по имени Поко, и он очень любил играть на гитаре, и больше ничего не умел. Из-за этого его частенько ругали родители. Однажды, когда Поко сыграл сильно на гитаре, появились какие-то волны, и он сломал деревню. Поко изгнали из деревни. Он ушел с этой деревни. Он бродил много, днем и ночью. Потом он встретил какую-то избушку и зашел в нее. Там была Тара. Заклинательница, ведьма. Поко сказал, что немного хочет пожить у ней. Она согласилась, но сказала, что что-то изменит в нем. Поко не обратил смысла на эти слова. Тара взяла книгу и прочла какое-то заклинание. Поко стал костлявым скелетом. Он был очень ошарашен, но быстро привык к этому. В лесу было очень жарко, и Поко стал носить шляпу, чтобы не умереть от солнечного удара. Он выступал в театрах, потому что очень красиво играл на гитаре, зарабатывал покины. Но в один момент ему все это надоело, и он пошел к Таре. Он сказал спасибо Таре и сказал, что он уходит. Сказала, что благодарит его и дает ему новые способности. Она прочитала заклинание и сказала: «Выйди и сыграй на гитаре». Поко сыграл на гитаре, и появились очень сильные волны, которые разрушили все. Когда Поко ушел, он забрел на арену Brawl Stars. Начал там играть. Так и появился боец Поко. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Bye.